Цифровизацию сельского хозяйства обсудили сегодня казахстанские инженеры в Алматы. По их мнению, достичь продовольственной безопасности в стране в условиях изменения климата будет крайне сложно, если аграрии не станут применять новейшие технологии и передовую технику. А чтобы минимизировать зависимость республики от импорта оборудования, надо ускоренными темпами развивать собственное инновационное производство. И в первую очередь, уверены специалисты, речь должна идти об отечественных промышленных роботах и многофункциональных дронах. Не надо оглядываться назад и опереться на старую технику, старые технологии. Используя эту базу, техническую базу, которая у нас вообще отработана, у нас есть, нам надо стремиться использовать робототехнические системы, не автоматизацию всего процесса.